И всем привет, дорогие друзья, с вами канал Black Horror и Артём Динамик. Да, всем привет, друзья. И сегодня мы сыграем в Killer Instinct. Да, игра, в принципе, по сути, изначально бесплатная на Xbox One. Вот у меня она бесплатная, а у Ромы есть дополнительный персонаж. И один. Сегодня мы, да, один. И сегодня мы сразимся друг с другом. Я буду бесплатным персонажем играть, а Рома будет платным. Донатер! Донатер! Мне кажется, все наоборот. Я не знаю, ты почему-то играешь... Я вижу, что у тебя выбран персонаж TG Combo. Тот TG персонаж, Combo, который был... Он был у меня активирован. А, да, но TG Combo дается бесплатно. А у тебя Хисако. Да, но был у меня активирован TG Combo. Ну ладно. Подожди, мне просят нажать Y. Можно я нажму Y? Зачем? Не знаю, он просит нажать Y. Я нажал. Я нажал готово. Я тоже. Ну ладно. А, всё. Вот. Так. Выбор персонажа. А, вот. Ты выбирай бесплатного. Там у тебя есть. А, да, вот бесплатный. Глакиус, да, какой-то? Да, а как его выбрать? А я не знаю. А, я Player 2, ё-моё. Все, я выбрал TG Combo, который у меня был. Так, выбрать А. Вау, я буду играть, значит, за Гладсуса, ребят, я стандартный костюм. Так, подожди, костюм. Почему я не вижу справа твоего персонажа? Ну, костюм просто надо было выбрать. А, выбери костюм и цвет, сейчас отсчет идет, все. Так. Выбираем карту. Карта пусть рандомная будет. О, TG Combo против Гладсуса, да? Да. Так. А ты знаешь, как бить вообще здесь? Я, ну это не Mortal Kombat, здесь абсолютно все по-другому, я не понимаю, как работает, но поймем. Да, ну, соответственно, поймем, посмотрим, поглядим, подеремся. Сейчас, давай, как в старые добрые времена, дай попробую, короче, не бей с самого начала. Просто проверь кнопки. Считаешь, что у тебя есть то, что нужно для победы? Показывай. Так, теперь что я скажу? Я жиденький какой-то, Саб-Зира. А я ничего не... Так, стоп. Рука, так, нога. Подожди, не бей, дай все попробуй, да? Рука. Стоп. Вот так. Вот так. Вот так. Готов? Оп! Это что такое? Оп! Как ты это делаешь? Так, все. Готово. Стой! Говно! Ай! О, видал! Ты видал, что сделал? А ты видал, что я сейчас сделал? Ой! Не попал! Да я жму на все подряд, а ты? Я тоже. Так и работает файтинг. Говно, ты меня победишь? Нет! Нет! Нет. Смотри, какой-то синий. Ай, блехом. О, смотри-ка, здесь не как в Mortal Kombat, теперь я твою типа броню буду выбирать, да? О, слышишь, какая музыка? Какой-то рэп играет. Не! Ты такой сильный, я не знаю, чё ты делаешь? Ты где? Говно. А! Капец, у меня уже пальцы устали. Оу! Говно. У! Чё я сейчас сделал? На последнем сдохе я, короче, ты видел? Да. Неужели победил? Вот это да! Ты, как ты так на последнем вздохе? Чё ты сел? Я бью тебя, не могу ударить. Да. Так. Средний урон за комбо 11. Офигенно. У меня пальцы до жути устали. Я не знаю, я когда в Mortal Kombat играл, мне также пальцы уставали. А так, тут ещё... переиграть, переигровочка давай. Так. А можем выбрать персонажа, чтобы там... Ну, у меня как бы те же персонажи, наверное. А ну, можем костюм другой выбрать и... Этот, карту другую, нет? А? Карту, я говорю, можно костюм другой выбрать, чтобы разнообразие было, и карту. А как костюм на выбор? Ну ты же, когда выбираешь персонажа, у тебя там костюм, цвет. Давай, посмотрим. Жалко, что ты не можешь сыграть, например, за моего персонажа, ну пофиг. За одинаковых мы играть не будем, так не будет интересно. Подожди, я почему-то не могу ничего выбирать, стандартный костюм, вверх-вниз, у меня ничего не делает.
А, ну стандартный костюм, как бы он стандартный, потом нажми А, и у тебя будет цвет. Вот там выбери другой цвет. И там у тебя, ну, как бы, я не знаю, называется цвет, а меняет он костюм, по сути. Я не понимаю. Да, вот я вижу. Например, вот такую белую маечку возьму. Окей, я выбрал. За говно. А, оно закрыто. А, они у меня закрыты, блин. Тут еще некоторые цвета закрыты. И карта, но у меня ничего не вернулось. Ясно, и карта та же самая. Да. Ничего не поменяли. Пофиг. Так, ну что ж. Сейчас чья очередь побеждать? Твоя или моя? Не знаю, посмотрим. Давай, 3-2-2, 3-2-2, поддайся мне. Так. Ну блин, у тебя прикольные способности, когда ты можешь так... А тут можно взаимодействовать, интересно, с предметами, как это было в Mortal Kombat, например, X? Не знаешь? Алло? Не знаю. Оуч! Я нажимаю на все кнопки. Попытайся делать то же самое. Я тоже. О, ты как... Да что ты делаешь со мной? Я сам не знаю, я на все кнопки нажимаю, я тебе не вру. Я... Видел бы ты, как это выглядит со стороны, когда я на все кнопки нажимаю. Я нашел какую-то кнопку волшебную. Ну блин, мне нравится, как игра выглядит. Вообще, графика в ней потрясающая даже. Сравнимо с МК, в принципе, да? Ох ты, ё-моё, ты видел? А? Гиря прилетела сюда недавно, не видел? Нет. Да вот, смотри, вот эта гиря на заднем фоне, не видишь? Она летит сюда. Вот, сейчас летит. Говно, говно. У тебя же та же самая анимация, может, у тебя другая анимация просто? Что-то ты... Я не слышу твоих эмоций. Я что-то не знаю. Так. Не, забузи тебя ударом. Ах ты. Ты нажимаешь на одни и те же кнопки. Вот попробуй нажать на все одновременно. Вот смотри, вот как я. И при этом ты не просто кнопки используешь, ты еще используешь сам стик. Да я пытаюсь. Я не знаю, как я это сделал, например. Вот. Бля. Эй, ты да! О! Габель! Это ты что сделал такое? Это Габеллу я сделал! Как у меня опять это? Как я сделал сейчас это? Я уделал. Короче, я нашел комбо у него. Но оно какое-то туповатое. Компанийский Гладсус дали ачивочку. Так, 5 ударов. Тогда чё? Выбрать персонажа сейчас зайду. Зачем? Ну, может быть, все-таки получится поменять цвет. А если за одинаковых будем играть, говном будет, да? Ну да, наверное. Ну да. Выберу своего нигера. Так, Диджей Комбо, значит. Слушай, а нет, смотри. Второй можно выбрать цвет. И все. Мне второй можно выбрать. Я второй выбрал. Выбери. Я выберу случайного персонажа. Так, давай. Справа арена открыта. Справа арена. Справа. Да? Еще. Вот. Отлично. Видишь, у меня теперь майка черная. Да. Так, я буду сейчас... Буду крушить тебя. Я переломаю, там у тебя было что-то написано, какой-то слоган. Давай. Come on. Давай. Давай, шляпа, давай. Кстати, это карта для твоего персонажа, да? Наверное. О, смотри, корабль какой-то.
Это мы с пацанами прилетели. Это типа как, знаешь, наверное, мой нигер прилетел на какой-нибудь там кабриолете, я не знаю, а ты он на корабле, да? Ух ты! Так, спамить не буду, это некрасиво. Эй! А, я не понял, я понял, но не та кнопка. Что это было? Не знаю. Ачивмент дали. Да? Защита Гладиуса, да. Может, защиту ты какую-то поставил? Мол, если бы я был в этот момент удары какие-то делал. Ай, блин, нет! О. Нет, как? Отлично, все. Но я еще бы чуть-чуть и умер. Говно. Смотри, на заднем фоне что-то засасывает нас, нет? Да как ты так делаешь? На все кнопки нажимаю. Я ж тебе говорю. Да что происходит на экране, господи? Кое-что очень красивое, могу сказать. Так, ладно, я тебя в угол зажал. Зажал, нужно уйти, чтобы было справедливо. Давай. О, смотри, тут, кстати, правый стик можно даже использовать. Воу! Я сейчас правый стик использую. Суперсила какой-то ты. Я сейчас правым стиком тебя бью. Чего? Как ты меня правый стик бьешь? Правый стик, крути правый стик. Ну-ка. Видишь? Тоже он удары делает. И я умер. Да. Блин. Блэк. Это я знаю, ты специально сказал правым стиком пользоваться. Да нет. Так, чё, давай попробуем еще раз хотя бы один раз играть. Ты выберешь это. Другой цвет на сей раз. Давай. Чтобы было как-то больше разнообразий. Так. Я посмотрю. А где написано, что он открыт? Чего? Как посмотреть, что он открыт? А ты, если его листанешь, у тебя. Если он закрыт, там будет такой замочек нарисован. А у меня нигде замочков не нарисовано. Точно? Да. Вот смотри, вот ты видишь, у тебя цвет эти, да? Вот, теперь я вроде. И теперь я выбрал цвет. Выбрал, да? Ну все, отлично. Да, это не второй, это какой-то другой. Так, я посмотрю, какие карты тут еще открыты. Вы же вот здесь мы играли, да, играли. Да. Пофиг, да, вот на, еще на этой зимней сыграем, давай. Чтобы так. Давай. Два раза. Во, смотри, какой у тебя цвет. Два раза там на крыше, и теперь два раза на. Ну, в какой-то зиме. Да. Хм. Come on, а? Ну так говорит. Come on. Так, давай. Ой, говно. Да ё-моё. Вот так вот. Чё-то, походу, тебе новый цвет дал новые силы, да? Новые возможности. Кстати, мне нравится в этой игре, вот в отличие от Mortal Kombat, где, когда люди спамят, невозможно, знаешь, от удара уйти. Здесь возможно, кстати. Вот ты меня начинаешь спамить, я беру и... Опа! Ух ты! И все. А как ты и так делаешь? И спам заканчивается. Кстати? Мне это очень нравится даже. А как ты это делаешь? А я не знаю, я на все кнопки нажимаю, но получается. Если я тебе серьезно говорю, просто... О, что верчу, это было? Стиком верчу по часовой стрелке, знаешь, и нажимаю все кнопки. Одновременно. Одновременно при том. Попробуй так поделать, я тебе отвечаю, помогает. Блин, мне так нравится, как это выглядит. Да ё-моё. Ай, блин. О, а ты применил свою супер ярость. Да. Ой.
Кстати, замечаешь, что карта все-таки меняется. Тут какие-то бури начинаются. Ай. Комбо брейк. Как кто там начинает кричать? Твою мать! Нет! Ах, ты поймал, поймал, поймал! Бляха-муха. Уходим? Да твою мать! А! Все. Это короночка нормальная. Фу. Отлично. Ту-ру-ту-ту-ту! Так, что ж, я предлагаю над этим закончить. Мы, в принципе, у нас как получилось 2 на 2. Победила, да, дружба. Да, победила дружба. 2-2, 3-2-2. Все понятно. Что ж, друзья, давай прощайся. Хоррор и Артем Динамик. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ссылки в описании. До встречи. Всем пока.